Всех приветствую на прохождение второй части нашей прекрасной игрульки. Так, это получается, в прошлой части мы выбрались из этого здания, и теперь нам нужно куда-то дальше идти. А так как у нас с вами нету ни... Сказала заблудшая душа, оплакивая свою судьбу. А, снова эти тупые браслеты! Ты кто? Мне нужны объяснения. Я смотритель. Страху нужны зрители и проводник. Смотритель? Направляйтесь в Осок, в место, где начинается жизнь. Тебе что от нас надо? Охрененно. Просто охрененно. Так, я не закончил, так как у нас нету патрушков. Наверное, давайте мы пока вместе побегаем. За эту подругу она как раз может с помощью фонарика останавливать мутантов ненадолго. Так, вот это я не могу понять. На shift вроде должен нажимать, и она должна бежать, а мне показывают типа слот пустой. Вот это вот что-то непонятненько. Клэр, смотри, перед нами. Так, вышка, да? Вышка. Отправим сигнал помощи. Да, давай. Давай отправим, только давай посмотрим, нет ли тут у нас... О, ящичек. Надеюсь, там есть потрошки. Так. Тут закрыто, а здесь у нас с вами... Давай смотреть. О! Шикарно. Так, ты кто? Ты ящик с деталями, хорошо. Значит, сможем прокачать себе... Дробовик. Мы же не будем прыгать. Будем. Видишь, ты сможешь. Держу. Нахер, Голливуд, это нифига не просто. Да ладно, нормально. Слушай, Мойра, я сильно извиняюсь. Не знаю, во что я тебя втянула. Барри меня не простит. Ты ни при чем. Барри Аллен? А Барри пусть идет в жопу. Флэш? Он как старая бабка. Скулит и ноет по любому поводу. По любому, Флэш, отвечаю. О, иди сюда. Давай с тобой прокачаемся немножко. Так, скорострельность первого уровня, хорошо. Быстрое заряжение оружия, хорошо. Ну? Так, все, прокачались. Это первого уровня, да? Я так понимаю, что дальше у нас будут с вами детали второго, по идее. Так, иди сюда. Давай смотреть. Так, хорошо. Хорошо. А как там передать те патрушки? Передать, передать Мэйра. Передать. Все, хорошо. Все, отлично. Я предлагаю, наверное, пока мест не тратить патроны, да? А по возможности просто использовать ломики и фонарики. Что скажешь? Не, не работает. Будь здесь. Я залезу проверить. Уверена? Может, не надо? Доставили сюда против нашей воли. Я не знаю, где мы.
на нас присобачили грёбаные браслеты, и с нами говорит чокнутая баба. А всех остальных убили какие-то монстры. Прошу, нужна помощь! Прошу! Блять! Повторяю. Меня зовут Мойра Бёртон. О боже. Что это за место? Здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива. Ты останешься у лодки, юная леди, я серьезно. Сейчас мне нужно заняться взрослыми делами, но я вернусь к тебе потом, ясно? Я не могу тут остаться. Нет. Для тебя это слишком опасно. Здесь безопаснее не будет. Есть ли хоть один ребенок, который будет меня слушаться? Ладно, идешь со мной. Далеко не отходи. Топаем. Ага, мы с вами еще будем играть за нового персонажа, да? И рядышком с нами будет еще девочка. Ну окей, мы на нее можем переключиться? Радио вышло. Нет, не можем. То, что нужно. Что ты тут делаешь одна? Так, идем где к радиовышке. У меня нет родителей. И я не знаю, почему я тут. Так получилось. Она тебя похитила, как и мою малышку. Так, а как тут пройти или подняться? Слышь? Эра. Так, ну тут... явно не пройти, да? На девочку переключиться не могу. Здесь, куда я подхожу, у меня Ешка нигде не срабатывает. Чё от меня хотят? Может, чайку надо мэкнуть? Так, а ну иди сюда. Не. Не помогло. Ну тут явно я должен либо ее перекинуть. Так, а ну, подвинься, пожалуйста. Либо я ее должен перекинуть, либо я должен что-то передвинуть. Либо что-то от меня хотят. Ну вот, смотри, тут Ешка есть. А вот здесь Ешки нету. Хотя я мог бы, да, пройти? Так, думай, Арчик. Думай. Без понятия. Ладно, давай тут побегаем, посмотрим. Может, что-то найдем. Так, патрушки, хорошо. А ты можешь не путаться под ногами? Я тебя не пугаю. Нет.
Ты хорош. Ну да. Я хороший. Так. До побачення. А здесь у нас... Ага, вот. Думал опять тупичок, как обычно, да? Все, ты идешь? Как тебя зовут, дорогуша? Наталья. О, красивое имя. Меня зовут Барри. Морская пехота, да? Твое имя Барри? Ага, Барри Аллен. Точно, пользуйся им аккуратно. Запомню. Давай, морская пехота, побежали. А не знаю, надо ли мне этих пауков убивать, или в принципе и так будет нормально. Ага. В принципе, похоже, и так нормально. Проход. Давай, стартуем. Хорошо, хорошо. Так, забрать. Здесь тоже забрать. Так, предметы, отмеченные знаком плюс, можно сочетать с другими предметами. Так, зайти. Прикольно. Прикольненько. Монстры. Где? Монстры? Где монстры? Сейчас мы наваляем всем монстрам. Но сенса все равно ужасная. Я уже в прошлый раз говорил, но сенса ужасная. Ёпты. Наверное, это инфицированные из сводки. Блин, надо будет после этой серии зайти и посмотреть настройки. Сделать, наверное, сенсу на стрельбу поменьше. Потому что когда целишься, она прямо аж чересчур резкая. С одной стороны, это хорошо. Я люблю быструю сенсу, когда ты прицеливаешься, но с другой не попадаешь в голову. Впереди еще есть. Да? Откуда знаешь? Я их как бы вижу. Так, Ctrl. А ну, где у нас Ctrl? От меня не отходи, понятно? Там кто-то Почему? Есть. Почему? Я не боюсь. А я могу переключиться? Нет, не могу. Потрошки могу передать. Да, передать. Хорошо. Давай, стартуем. Там кто-то есть. Осторожней. А это уже предоставь мне. Так, скрытная атака. До побачення. До побачення. А зачем нам скрытная атака, если мы можем с вами чисто перебить их, да? Слышь, а что ты мне тут показывала? Где тут светится? Или нигде ничего не светится? Нигде ничего не светится. Ладно, пойдемте их мыкнем. Так, секундочка, секундочка. Все, до побачення. Ты серьезно? Ты нас не видишь? Вот это я понимаю, вот это охрана. Вот это хорошо. Вот это классная охрана.
можно мне таких этих, как его в PUBG? Противников. Так, включим фонарик, потому что ничего не видно. Так, стартуем. Где тут кто? Дай посмотреть. Там кто-то есть. Осторожней. Монстр близко. Тихо. Хорошо. Только не верите, что вы это тоже не услышали. Или услышали? Или услышали, ребятки? Блин, я пытаюсь так тихо говорить и сидеть, как будто они меня реально слышат. Так, где ты топаешь? Скажи, пожалуйста. Ты у нас мистер Топотун. Ты у нас мистер Топотун, да? Понял. Так, ладно, давай. Забираемся. Куда? Алло, игра. Дай мне. Дай мне понять, куда идти. Так, стопэ. Ага. Вот они. Ты серьезно? Все. Дон достала библиотека. Спокойной ночки. Спокойной ночки. Так, а теперь нам надо. Ага, понял. Ну, по-любому сюда наверх я должен ее будет подсадить, да? Правильно понимаю? Ну, подсади меня. Давай. Там кто-то есть. Осторожней. А ты спишь? Алло, спишь? Спит. Хорошо, но по-любому надо как-то наверх забраться. Только как это сделать? Как это сделать? Так, погоди, откуда мы пришли? Мы пришли отсюда, правильно? Правильно. А дальше нам куда? Только не говорите, что я сейчас тут заблужусь. Так, ничего не понятно. Но очень интересно. Может, нам что-то подвинуть надо сюда, как думаете? Может, мне нужно что-то подвинуть, типа... Ну, по логике надо сюда, правильно? Правильно. Как туда попасть? А вот клетка, да? Да, понятненько. Все оказалось гораздо проще. Я думал, надо будет девочку сюда... Сюда подсадить, чтобы она нам что-то скинула. Да. Молодец, умничка. Папина ты царапка, побежали. Так, отлично, отлично, отлично. Забрать ключик. Ключ от диспетчерской. Так, мы ж уже открывали все эти дверки. Заперто с другой стороны. Тут дыра. О, давай. Давай, пролазь. Там кто-то есть. Осторожней.
Ага. Бросить кирпич. Shift. Там кто-то есть. Осторожней. Все? То есть, типа, все, да? Типа, до побачення. А, ну, в принципе, нормально. Порох, хорошо, нам нужно открыть дверку. Ага. И что ты предлагаешь? Слышь, а ты не можешь сюда пролезть? Или мне тебе порох надо передать? Вот и все. Ага. Я понял. Ты посмелее меня. Согласен. Так, а дай мне, пожалуйста, порох. Он тебе не нужен, да? Все, а я с ним что смогу сделать? Передать, выбросить сочетание. Ладно, ничего не смогу сделать, да? Я думаю, нам автомат стопе. Погоди. Не, это нам не надо, по-моему. Нам автомат, наверное, пригодится в конце, да? По-любому будет какой-то супер-пупер-босс. Босс-молокосос. Так, ну я вижу это две... диспетчерская. Две цели. А как мне туда... попасть? Слышь, а ты сюда не пролезешь никак? Малыха. Так, ладно, давай попробуем вернуться назад. Заперто с другой стороны. Здесь мы ящик открывали, помните? Так, здесь мы с вами ящик открывали. И там светится, и здесь светится. Неужели надо вниз спускаться? Если бы я знал. Ладно, попробуем обойти сюда. Может, тут получится как-то потом зайти. Так-то. Осторожно, на полу что-то есть. Чпунька. Спасибо. Ля, ты помощница, да? Чисто царапка. Ля, мамина-то царапка. Все-все-все, до побачення. Что-то мне кажется, я явно не туда иду куда-то. А может и туда. Но в прошлой серии мы здесь с вами уже бегали. И поубивали всех монстров. Я не могу понять. Да, вот книжечка. Вот эта книжечка, да. Не, мы отдаляемся от... мы отдаляемся от этих синих точек. Слушай, тебе не тяжело камушек носить, не? Может, выбросишь его? Ё-моё! Всё, умничка. Бери камушек. Молодец. Так, датчики, датчики. Хорошо, давай используем аптечку. Давай смотреть. Так, ну мы пришли отсюда. А как тут открыть полностью мини-карту? Так, если на тап. Подтвердить, закрыть, вниз. Все хорошо. Нам точно сюда, если M I O V P P P P P P.
Прикольная игрушка. Но лучше ее выключить. Думаешь? Ладно, пошли выключим. Так, а как сюда попасть? Не помните? Не помните, как сюда попасть? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, погоди. Осторожно, на полу что-то есть. Осторожно, на полу что-то есть, хорошо. Так, где царапка? Царапка. Все. Минус царапка, минус вторая царапка. Так, ну этот, по-моему, мертвый. У нас тут справа сейчас будет челик. Да, у нас справа тут челик. И, по-моему, вниз надо. Она тебя работает? Стой здесь! Хорошо! Да, она тебя работает. Иди за мной. Стой там, иди сюда. Так. Стой здесь. Стой. Хорошо. Здесь. Прикольная игрушка. Но лучше ее выключить. Согласен. Пошли выключим. Пошли выключим. А фраза «стой здесь» тебя... тебя не смутила? А каким образом ты пробежала? Так, и что делать? Что делать? Как мне ее выключить? Так, погоди, мушка, можно как-то... Ой, ну я ж в капусту порубит, да? Я ж реально порубит в капусту. Так, девчуля, а дай возьми кирпичик. Навряд ли поможет, конечно. Так, патроны к пистолету. Это мы с тобой хорошо. Передать, отлично. И как мне эту штуку выключить? Тю. Ну я ж не пройду, и здесь тоже не пройду. Тебя я уже пострелял. Может туда кирпичика можно закинуть, как думаете? Так, мне нужен кирпичик. Может реально можно на рычаг кинуть кирпич, правильно? Ну-ка, теперь мне нужно найти его. Где? Я даже без понятия. Так, у тебя тут кирпичика нету? Есть, вижу. Так, малыха. Бери кирпичик. Но по идее можно кинуть, поняли? На этот, как его, на ручку. И по идее оно должно выключиться. Ну, я так думаю, конечно. Если да, будет хорошо. Если нет... Ага, вот кирпичик был. Если нет, то нет. У тебя же кирпичик есть? Ты его выкинула? Алло, девочка, зачем? Так, подобрать, хорошо. А ты можешь его в руках нести? Ёбаный кирпичик. Она его выбрасывает, понимаете? Она его выбрасывает. И что мне делать? Что мне с ней делать?
ну сейчас, погоди. Погоди, малыха, сейчас. Сейчас кое-что попробую. Ну, иди сюда. Переключись, возьмись. И попробуй закинуть его. Подожди тут. Принял. Попробуй его закинуть. Ну, отдай кирпичик, отдай кирпичик. Подло, бесишь меня. Не путайся, пожалуйста, под ногами. Ты издеваешься? Ты не можешь попасть в эту штуку? Так, я так понимаю, я ерундой, да, занимаюсь? Оно так не должно работать, я так понимаю. Почему ты не можешь попасть в грёбаное окошко? Падла. Ну вот, смотри. Ой, все, до побачення. Я ухожу. Все, мне надоело. Все, мне надоело, я ухожу. Идешь? За мной! Иду! Все, уходим отсюда. Потому что вот эти вот 40 минут с этим кирпичиком. Не можешь закинуть, попасть кирпичиком. Стой, я тебя мыкну. Чтоб ты не мучилась. Так, а тут тупик, да? Блин, ну он же сам сказал, нужно его выключить. Как его выключить, я в душе не... Так, мы отсюда пришли. Кто мне напишет в комментариях, на какую буковку у нас мини-карта большая, чтобы открылась. Чтобы у нас открылась большая мини-карта. Не на какую? Control, Shift. Понял. Не на какую. Заперто с другой стороны. А мне сюда зачем надо? Вот тут рычаг дернуть, да? Наверное. Так, ну мы пришли отсюда, откуда мы пришли. Хорошо, прыгаем. Окей, эта штука не работает. Ну ты-то куда, а? Ну ты-то куда, скажи, пожалуйста. Лежал себе, отдыхал спокойно. Никого не трогал. Ну, зараза. Ага, она в любом случае надо отключать. Подскажите, как? Подскажите, как я это сделаю? Ну, по идее, с помощью кирпича девочка должна кинуть эту штуку, но она ж не хочет с собой брать этот кирпич. Да? Ты ж не хочешь его с собой носить? Ты не хочешь. Так, стоп. Отдай. Отдай дяде потрошки. Не знаю, честно, почему она не хочет с собой таскать его в руках. Так, пистолет, пистолет. Ага, у нас ничего нету. А у нас ничего нету. Ладно, давай думать. Давай думать. А ты тут нигде не пролезешь, не? Там кто-то есть. Осторожней.
Ты тут никак нигде не пролезешь. Тебя нельзя подсадить. Давай, заходи. Заходи. Хорошо, хорошо. Давайте думать. Под нами, да? А что под нами находится? Что тут под нами? А, это штука, да? Вот это вот чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. А-а-а. Стой. Понял. Ля, а чё ж ты раньше не сказала? Вот это я тупил, да? Что здесь? Так, стопэ. Ну все, нормально. Полезли обратно. Давай. Ну как? Шикарно, ты умничка. Отлично. Отличная работа. И кирпичик не пригодился. Не, ну логично было, то что если там нельзя пройти, то надо кинуть кирпичом в ручку, правильно? Правильно, все. Че пристали? Так, и куда и нам идти? Теперь назад, да, по-моему? Блин, реально, напишите мне в комментариях, на какую букву большая мини-карта. Заперто с другой стороны. Нам, по-моему, туда не надо. Нам нужно попасть к вышке. А к вышке я могу попасть только единственным способом, пройти через путь этих наших подруг. Так, погоди. Иди сюда. Хотя, по-моему, туда даже не попасть, потому что там выход был завален. Ну ладно. Сейчас проверим. По-моему, я кругами хожу. По-моему, я хожу кругами. Да? Да. Тут заперто. Тут тоже. Открывай. Так, ага, это обернуться, это включить, выключить. Так, можешь вниз. Вон тут мы были. Здесь отключилось, да, здесь нам не надо. Блин, мы реально по кругу ходим. Я ж там где-то был, нашел же выход, по-моему, к тем штукам, которым нам надо было. Это вот однообразие, однообразное, погоди. Вот это вот однообразное однообразие убивает. Так, стопэ. Ладно, идем назад. Если не можешь найти выход, иди назад. Так, а теперь здесь правильно повернуть бы. Чтоб опять не ходить кругами. Не открывается. Ага, мы отсюда пришли, хорошо. Мы пошли вот так. Здесь вниз, мы пошли вниз. Давай.
Пошли вниз. Здесь нам ничего не надо. Здесь, по-моему, мы проходили. Иди за мной. Ну да. Во, здесь мы остановились. Где будем выходить? Во, видишь? Здесь, если ничего не помешает. Нам сюда надо было. Так, здесь, если ничего не помешает. Это здесь? Ёптуя. Сюда, да, наверное? Говорится, ура, ура, ура. Таким мы это сделали, да? Или не? Нет. Нет. No. Why, мистер Андерсон? Why? Погоди. Нам нужно туда, где огонь. И как нам это сделать? И как нам это сделать? Кирпичиком у него кинуть. Все. Минус. Ну отдыхай, все, ложись, отдыхай. Че ты вот это вот начинаешь? Так, а ну подвинься. Подвинься, подвинься. Хорошо. Ой. Так, застрелен при попытке бегства. Труп должен... Ага, для восстановления стены использовать камеру номер один. На выходе на второй этаж запрещено. Давай перебьем их всех. Прибьем их всех. Помоги мне. Ага. Тут тоже такая штука есть. Прикольно. Но это ремкомплект. А ремкомплект нам не нужен. Так, погоди. Если мы... Ну ложись, отдыхай, давай, все. Если мы это открыли, значит нам куда надо? В эту сторону, правильно я понимаю? Или нет? Камера 1, камера 2. Мы что-то с вами тырпнули. Просто не хочется опять бегать кругами туда-сюда. И опять сейчас мы будем кругами идти, да? Давай попробуем вернуться. Посмотреть с вами на... На то, что тут есть еще. Все. До побачення. А, записка. Так, Смиловска, сколько дней меня здесь держат заперти? Интересно. Вот такие вот записки, это его типа посадили, да, и дали листочек и ручку. Или как это происходит? Ага, вот, смотри, иди сюда. Где ты? Ну да, сейчас ты кирпичик носишь. Давай, пролазь. Молодец. И куда нам сюда надо? Ой, а точно? Ну, ну давай, 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 давай. Ой, умничка какая. Еще чуть-чуть и все. И мы почти выбрались. Так, надеюсь, крыски на нас нападать не будут.
Вот оно чё, ля. Да ты ж, вот это я понимаю, это хорошо. Так, давай смотреть. Не? У меня получилось. Все, хорошо. Побежали. Шикарно. В этом месте просто царит бардак. Согласен. Идите к радиовышке. Так, пошли. Мы почти добрались до вышки. Не скажу, что это было быстро и легко, но никакого. В принципе, извините. Нормально. Все нормально. Нормально. Дай я в тебя мыкну. Разочек. Не могла подсказать. Живешь? Почти на месте. Здесь уже 16 лет, и не можешь подсказать. У меня сильные ноги. А руки? Насколько сильны твои маленькие ручки? Да ладно, не ссы, я шучу. Хотя... Дон, где стала библиотека? Так, здесь у нас ничего. Заперто с той стороны. Так, что это? Патрошки, хорошо. Полезли. Барри, тут закрыто. Что делать? Тебе нужно сломать замок. Найдешь, чем это сделать? Попробую. А нам точно сюда надо стоять? О! Донде стала библиотека? Только не знаю, зачем мне... Умничка. Мне это надо, может мы просто сейчас... Куда-то дойдем? Или нет? От меня не отходи, понятно? Хорошо. Мы явно идем не к радиовышке, да? Ладно, сейчас попробуем там пройти. Нам, наверное, скажут, что мы не можем перепрыгнуть, да? А, ну да, мы же тут не можем перепрыгнуть, потому что они же когда прыгали, они поломали мост, понял? И на мосте теперь нельзя пройти. Хорошо, побежали. Теперь все сходится. Теперь все сходится. Так, что это? Ага. Давай, наверное, возьмем ствол. Так, тут закрыто. Но не может быть такое, что типа... Это все монстры, которые здесь есть. Найдите обходной путь. Там что-то есть. Тихо. Там что-то есть. Ой, ё. Может, мы не будем как бы ее трогать, не? Может, мы не будем трогать ее? А где ты? Алло. Мистер Бабайка. А я ее не вижу. Ладно. Куда делась? Вот это вот мне тоже интересно. Может, как настоящие мужики. Заставим маленькую девочку вперед пойти. Как думаете? Так, стопэ.
Стоп. Эй. Что там? Что это? В чем дело? Я что-то видела. Где? Где ты видела? Алло. Погоди, а это что? Патронок штурмовой. Штурмовой вертровки. Вертровки штурмовой. Так, как ты, братюнь? Нормально? Чилишь? Понял. Ну, чили. Так, давайте на девочку переключимся, посмотрим. Ну ты же должна их видеть. Где? Где вот это? Там кто-то есть. Я вижу призраков. Так. Хорошо. Все, она мне страшна, правильно? Нам реально не страшно. Там кто-то есть. Наталья. Отойди, Наталья, морская пехота. Уходи. Так, я, конечно, а все. Вот об этом чего-то не предупредили. Все понимаешь, ты храб. Этот остров такой долбанутый. Храбрая девочка, но можно не стоять, когда я стреляю. Давай. Во. Еще красавчик, давай. Умничка, пошли. Что это было? Дверь. Я не знаю, солнышко. Давай так... глядеть, Вова, вдруг что-то еще будет. Ты про монстра. Это что такое? Что это за аномалия такая? Так, топаз, хорошо. Уху. А куда идти? У меня даже мини-карты нету. Блин, штурмовая винтовка. Хорошая штука. О, здорово. Как оно? Понял. Ты еще не все, да? Ты еще не все нам сказал. Понятненько. Надеюсь, это все? Потому что у нас патрошков не так уж, чтобы и много. Так, что это? Карта. Понял, карта леса. Теперь понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, ну сюда навряд ли, да, мы поднимемся, да. Значит, нам... вон вышка, вот вижу вышку, все. Вижу вышку, бегу к вышке. А, это не вышка. Ёп, трудей. А я могу тебя оглушить? Могу. А может тогда не будем потрошки тратить? Тихо. Ёп, трудей. Здорово. Все странно. Блин, хотя бы. Помоги мне, маленькая ручка. Шикарно.
Бля, рубин нашли. Ну, прям как Индиана Джонс. Наконец-то, чистый воздух. В поисках маленькой ручки. Чистый воздух-то да, но мы, по-моему, отсюда пришли, если не ошибаюсь, да? Или нет? Не здесь ли мы карту нашли? У этих уродов симптомы очень похожи на Ураборос. Уба-роба, да. Это вирус, который плохие люди применили в Африке пару лет назад. И тут вопрос, как он сюда-то попал? Я тоже подумал, что это Уба-роба. Честно. Так, записка сбежавшего. Вперед не могу, мне удалось выбраться живым. Не скажу, что целым, но живым. И так не могу осмыслить то, что там творилось. Это безумие. Это безумие. Хорошо. Ура-бура. Куда нам дальше? Куда нам дальше? Пусть тут будет. С этим замком и я разберусь. О, хорошо. Хотел сказать, пусть тут будет дверка. Все, прыгаем. Чё-то мне кажется, что эта девочка тоже зараженная. Чё-то у меня такие подозрения. Так, хорошо. До побачення. Так, почти 80 патрошков нужно тратить. Нам сюда? Да, наверное, сюда. Давай смотреть. Так, F. Угу, пустая бутылка, хорошо. Спирт. F. Все. Что все? Все то, что в жизни есть у меня. Понятно. Понятно, понятно. Этот тир мы можем с вами соединять. Сочетание со спиртом. Отлично. Так, давай, девочки, передадим. Так, хорошо, поехали. Я так понимаю, что... Да. Только хотел сказать. Ты понимаешь, что мы здесь мы тоже сможем с вами оружие прокачать, да? Давай смотреть. Урон первого уровня, емкость магазина. Хорошо, давай на пехоль. Раз. Два. Все, шикарно. Мы немножко прокачались. Мы немножко с вами прокачались. Ну и наконец-то. Ну. Мы сейчас, наверное, отсюда спрыгнем, да? И на нас кто-то опять нападет. Ладно. Это, как говорится, предсказуемо. Все, поехали. Радиовышка прямо перед нами. Наверное, куча, да, сейчас набежит. Челиков. Ага. Это что-то ты его замотал этой цепкой, так? Придется разнести ворота. Ага. Только прежде, наверное, сейчас. Их здесь еще больше. Готовь пиво с чипсами. Так, погоди. Погоди.
что, издеваешься? Ну сколько можно? Ну сколько можно? Так, а здесь нам что надо сделать? Как-то перелезть. Не с помощью ли девочки? Не с помощью ли девочки это надо будет сделать? Погоди, тут дверка открыта, да? А нам сюда надо как-то попасть. Ладно, ладно, давай сюда зайдем, посмотрим. Ага, то есть ты сюда и должна пролезть будешь, да, или нет? Можно ли мне подсказку? Так, зайчик, а ты можешь под ногами у меня не путаться? Спасибо. Я понимаю, что ты мамина помощница и папина царапка, но ты надо мешаешь. Вот, теперь кран должен работать. Отлично, отлично. Только как мне туда теперь попасть? К этому крану. А я понимаю, что должна быть нагнетающая музыка, но она какая-то бесячая. Вам так не кажется? Есть реально такая нагнетающая музыка, от которой прям аж мурашки по коже. А это прям что-то какая-то бесячая. Так, и как ты должна сюда попасть? Скажи мне, пожалуйста. Ага, вот сюда. Мне, значит, нужна какая-то коробка, да? Которую я должен передвинуть или не? Стой, что это? Что это за звук? Что это за звук? У-у-у, здорово. Ах ты, падла! Ля ты, крыса. Так, хорошо, забрать. Выход. Выход. Выход, во, все, нормально. Тут слишком много. Давай, бежим отсюда. Бегу. Шикарно. А куда бежим? А, бежим через... Погоди. Бегим через открытые эти, да? Бегим. Да беги. Повезло так повезло. Наконец-то вышка. Да скинь ты ее вниз, она по-любому тоже мутант. Стопудово. Идите к радиовышке. Ну что, довольно долго мы обходили. Да-да, согласен. Серия затянулась. Я уверен, это уже на часика полтора идет, да? Но ничего страшного. Черт, меня вообще слышно? Ну что за пиздец? Это она. Моя дочь. Нет, этот кусок говна сломан, походу. Ладно,
И не говори. Это было записано 6 месяцев назад. Господи, Мойра. Твою дочку зовут Мойра? Да. А что? Эй, все нормально? Мойра. Она мертва. Чего? Далее в откровениях. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Мне нужно туда добраться. Поможешь? Но если нас чем-то заразили... Дальше без меня! Это то место? Васит? Постой! Мы наконец-то пришли! Валим нахер с этого острова!